Был свой огород, с чего вы жили вот во время оккупации? Нужно было где-то, можно было где-то работать? Вот мама. Знаете, как жили? Был, когда мы жили в школе, у нас был огород, у нас был погреб, у нас была картошечка, уже там мяско там было, не было, но картошечка, бурачок, капустка для борща, это уже всегда у нас было. Потому что мы все садили, мама садила, и мы все берегли свой огород, чтобы у нас было. А вот пока я была еще дома, да как, ну вот, ничего нету. Вот, значит, мама выбирает, где там ситца кусочек, где там платьечко лученькое. И ну, за Новгород-Северск, посёла, ходить менять. Mm-hmm. Ну, вот немцы одно время тут, это, в заводе спирт был, так mm-hmm. они меняли спирт. Вот бывало, и мама пойдет на яйца, купит яйца, пойдет, выменяет спирта. И едет по селам, значит, вот. То, значит, зацится ей там, кто крупы даст, кто картошки даст, кто там муки сколько-то, ну, уже договаривается. Mm-hmm. Вот она в этот мешок на плечи сколько донесет, приходит. Вот, и собирает, чтобы было с чем на следующий раз идти. Mm-hmm. Вот так жили. Mm-hmm.